Всем привет, дорогие друзья, с вами Форест, и мы продолжаем прохождение игры Fallout Shelter. Так, и что у нас в этой серии будет? Ну, мы, как обычно, пособираем все. Так, у нас новый житель, 130-й. Так, несколько персонажей у нас тут прокачались, замечательно. Энергии много. Так, что у нас тут еще? Лекарства, энергия. Так, пару максимальных уровней, да? Это у нас Броди. Так, Броди мы отправим на харизму. А, только... А, да, на харизме есть еще место. Так, а тебя мы отправим... Ой-ой-ой-ой-ой, тебя мы отправим на силу. Ты там у нас вообще вымотана. Ты, кстати, вообще кто? А, так ты вообще первый уровень. То есть, в принципе... Блин, она первый уровень. И это плохо в плане того, что я проморгал тот момент, когда она стала первым уровнем. Точнее, когда она начала все это. Так, у нас два задания. Парнишка с мечом бегает. 3900 набрал. А пушек всяких. Так себе, хлам. Давайте его отзовем. Так, соберем вот это все. Подземка. Выполню серию критических ударов. Кстати, мы завершили задание. Походу, все же... Правильно я сказал, что нам нужно побольше убивать, чтобы получить ресурсы. Так, вас сюда, а вас двоих вот сюда. Так, дальше ты. Собираем твои ресурсы. Снайперская винтовка усиленная. Молодец-то какой, а. Так, и бородатый мужик, которого мы, само собой, вначале отправляем на силу. Так, все, у нас тут все в порядке. Так, он 18 уровень. Что у нас по костюму? 6 дней. А по управляемому толстяку 12 часов всего лишь осталось. И день, и 11 часов столового института. Так, давайте-ка тогда посмотрим, что у нас по заданиям. Ядеркола. Забираем. Так, убить голыми руками 16 существ когти смерти. Нет, само собой. Убить в пустоши 23 существа. Это легко. Просто отправляем кого-то в пустошь, и он там начинает жесткий замес. Это даже будет очень быстро. Так, давайте посмотрим, что у этих ребят. А у этих ребят надо вкачивать силу и восприятие. Так, отправляем на восприятие парнишку. Так, этот парнишка на задание пойдет, только не с этим оружием, а с карабинами института. Сразу же. Так, а у девахи 12 и 16. Может быть, сейчас посмотрим, может что-нибудь помощнее ей дадим. Так, во-первых, вот гаусс, автомат. Так, да. А, там у кого-то из нее был, была это как раз винтовка, а у кого-то был этот, забыл, как он там, меч. Да, меч рейдера, крутейший. Так, у нас новый человек пришел, давайте ему дадим пушку. А то он у нас безоружный. Вот, 12-13. Так, таинственный незнакомец появился. Где-то. Но это не факт, что мы его найдем. Я, конечно, сейчас постараюсь. Но вот я его что-то совсем не вижу. Ладно, фиг с ним. Он не так сильно нам нужен, да? Так, нам нужно посмотреть, что у нас здесь. Здесь у нас максимум. Так, у нас еще вот электростанция. Да, 18 тысяч. Вкачаем ее. Замечательно. Так, стоп, у нас собаки пришли. Собачки, вот собачки. Да-да-да, так, отбираем у тебя. И даем ее, давай, тебе. Я не знаю, там, деньги нам вроде не прибавили. Значит, со следующего раза нам все прибавится. Так, крыса. Пришли, молодцы, молодцы. Так, так, давайте. О, тут все хорошо по оружию. Так, что тут у нас по оружию? Все замечательно. Так, у нас у кого-то не было оружия. Я точно помню. Ну, точнее, оно было, но оно было ужасное. Так, оно было очень ужасным. Вот, парни, дробовик. Даем тебе вот это. Ружьишко. Так, дальше, что у нас тут? Тут у нас все хорошо. Тут у нас все замечательно. Тут у нас тоже замечательно. В какой-то из комнат. Скорее всего, это была комната то ли то ли вот... Блин. У кого-то из этих ребят было реально убогое оружие, а у кого-то даже не было. У двоих. У кого-то двоих не было оружия. Так. Может быть, кто-то здесь? Ага, вот один. Так, мы дадим тебе лазерный пистолет.
Так, я, кстати, про нее даже не знал, если честно. Так, и у кого-то из вас вроде. Так, кто-то из вас. Вот, точно. Так, дадим тебе, ну давай дадим тебе тоже лазер. А нет, стоп, мы тебе вот что дадим, чтобы ты защищал наших ребят. Так, как только можно. Так, и у кого-то еще не было оружия. Так, 7-10, ладно, оставим пока что. Снайперская винтовка, карабин института, автоматы, автоматы. Ага, да вы шутите, у двоих нету пушек? Это плохо. Так, лазерный пистолет. И дадим сюда... Блин, ну дадим давайте вот это вот, 7-8. Так, а это все остальное продадим. Это нам точно потому, что уже не пригодится. Да, пушек, конечно, много. Ну и по костюмам мы там тоже собрали себе много разных. Давайте сейчас посмотрим, что у нас по костюмам пока что. Так, да, фигня. О, нет, это мы оставляем, это нам пригодится костюм. Так, это нам не нужно, это мы разбираем. Костюм мэра, ну, в принципе, да, он нам тоже не нужен. Там не те статы, которые нам нужны. Так, халат с интеллектом нам нужен, это нам нужно. Нам рейдерская броня нужна. Я бы даже сказал, как можно больше рейдерской брони. Так. У нас есть робот-помощник и ланчбокс. Мы их откроем в конце этой серии. И давайте начнем. Жизнь за фишбэк. Стоп, подождите. Опять таинственный незнакомец. Ты надоел, блин. 140 крышек. Так, давайте задание посмотрим. Может, кого-нибудь сейчас на задание отправим пока что. Так, тут рейдерская броня нужна. Здесь... О, лазерные винтовки. Супер. Отправляем, значит, тебя. Тебя. И тебя. И... Оу. Ни у кого лазерных винтовок нету. Серьезно? Так, ладно. Тогда попозже. Разберемся с этим. Вот сюда. Дело Бигсби Брауна. Что? Выследи пропавшего детектива Бигсби Брауна. Бигсби? Серьезно? Ну ладно, ладно, не будем смеяться. Это всего лишь Бигсби Браун. Черт, а? Мы выслеживаем человека, чье имя связано с собакой. Ладно. Давайте дадим 20 стимуляторов и поехали. Все, у нас на 3 задания ребята отправлены. У нас все в норме. И теперь смело можем начинать задание. Так, начнем мы жизнь за фишбэкс, а потом награда мясник. Ну, награда мясник — это яйца, как те смерти мы должны мяснику принести. Так, убить когтя смерти альфу и взять его мясо. Так, блин, мне слегка светит солнце в монитор, поэтому я не видел размеров убежища, но я уверен, что оно гигантское. И здесь коготь смерти альфа, то есть это самый большой коготь смерти. Так, у нас здесь фотоаппарат. Наверное, это сюда. Точно, я помню, здесь будет куча когтей смерти. Вот они все. Это только начало. Поверьте, это просто начало. И у нас здесь не самое крутое оружие, да? Поэтому шансов у нас проиграть прям много. Один готов, остался еще один. Еще один, сказал я, и вспомнил, что еще два. Так, здесь у нас вот сейчас заканчиваться начнут 50 уровень, 50 уровень и 48, это плохо. Нам бы здесь управляем вот толстяка бы. Вот это было бы прям бомба. Но здесь несколько этажей, этажей 6. Так, здесь у нас, само собой, стимуляторы и лазерная пушка. Давайте посмотрим. 16. Так, 17-18. 15-19. Ладно. Пока что побегаем. Так, раз, два, три, четыре, пять этажей. Ох, ё-моё, 6 этажей в убежище. Пещере, убежище. Не знаю, как это назвать. Знаю, что нам тут кирдык может прийти. О, рейдеры, слава богу. Да, хотя у него легендарная пушка. Легендарная пушка, скажешь, легендарное оружие. Так, множитель урона мы оставляем только на когтей смерти. Рейдеров мы ими не трогаем. Потому
потому что они же бесполезны. У нас вот два множителя урона уже есть. Ух ты, хлам легендарный. Так, здесь никого, кроме крышек и чертежей. Так, здесь тоже никого. Лазерный пистолет и антирадин. Но антирадин нам не так сильно нужен. Когти смерти не заражают нас радиацией, даже альфы. Вот, двое. Давайте сейчас на одного используем множитель. Трехкратный, блин. И вот на этого. Пятикратный, есть. Один готов. Супер. Второго бы сейчас убить побыстрее. Так, второй убит. Тут мы получили стимуляторы. Здесь шкуру Йо-Огая. Супер. Так, кто здесь? Картокрыс, главарь. Но это фигня, это не сильный противник, да? Это так себе. У нас на другое задание пошла деваха с пулеметом. Офигеть, вот я про что. Про то, что может картокрыс-главарь вызвать еще дополнительных картокрысов. Но не страшно, больше-то он не вызовет. Да, остальных мы сейчас добьем. Вот мы уже два картокрыса убили, и главаря, и второго. Так, сейчас этих троих добьем и, в принципе, продолжим. У нас еще тут раз, два, четыре, три этажа впереди. Блин, да, кажется, по стимуляторам мы проседаем, но мы набрали несколько штук, поэтому переживать нам сильно не надо. Я уверен, что этот монстр будет на самом нижнем этаже. Так, зря я это сделал. 49-й. Гуль? Серьезно? Ой, зря вы сюда пришли. В этой пещере полно когтей смерти. Нас пригласил ваш кровожадный шеф-повар. Значит, просто шеф-повар. Вот, возьмите в благодарность. Шкура Йогая. Слушайте, супер. Нет, реально, шкура Йогая — редкий хлам. Из него редкая броня делается. Топовая. Да. Топчик. Так, кто здесь? Ну, скорпионы, черт. Убьем одного. Пятикратным уроном. И остается еще один. Скорпионы — это реально топовые, но когти смерти — самый топовый противник, какой здесь есть вообще. Так, крышки, стимуляторы. Шкура брамина. Ну, согласен. Не... О, рейдеры. Благо, благо. Это просто рейдеры. Просто рейдеры, блин. Да ё-моё, что за дела? Просто рейдеры — это всегда хорошо. Так. Еще шкура брамина. Мы, конечно, набираем хорошие вещи, но лучше, конечно, что-то покруче. Так, здесь никого и ничего. А, стоп, там... Что? Там лифт есть? Я не заметил. Так, здесь пушка. Так, спускаться нам некуда. Посмотрим, что за пушка. 12. О, коготь смерти, вот альфа. Так, все, короче, целимся на него. Множители. Пятикратный. Трехкратный. Все, мы завалили его. А, да. Еще два этажа. Но не такой уж и сильный альфа. За это мы сразу две ядерколы получили. Лазерный автомат. Так, 15-19, 17-18. Даем лазерку. Да, супер. Так, супер. Так, какое-то ружьишко галимое. Не, я думал, что он будет серьезней противником. Я думал, там будет несколько когтей смерти. Штук 5-6. И вот этот вот еще. Но все оказалось куда легче. Кто здесь? Скорпионы? Да, этот вообще ни о чем. Скорпионы — это ни о чем. Тем более они на последнем этаже уже. А это значит, что как только мы их убьем, точнее, остался только один. Ну еще тут полэтажа осталось, да? Как только мы их убьем, в принципе, круче них все равно здесь уже ничего не будет. Так, сейчас кто-нибудь еще раз выстрелит. Так, здесь крышки, стимуляторы и еще крышки. Сойдет, сойдет. Что ты понимаешь вообще? Так, у нас множитель урона есть, сейчас используем его. Пятикратный, да.
И смотрите, он жив при пятикратном уроне. Офигеть. Он жив, выжил при пятикратном уроне. Это ж какие они крутые здесь. Подлечим всех? Ну давай. Не смей атаковать мою девчонку, сволочь ты такая. Так, стимуляторы. И последняя комната. И здесь пусто. Крышки и стимуляторы. Так, возвращаемся в убежище. Супер. Шкур Йогая, военные электросхемы, фрагмент чертежа тем, 11125 крышек и 2 ядер колы. Но по крышкам супер. Я вот, мне интересно, будет ли задание, на котором можно будет получить где-нибудь 20 тысяч крышек. Или 30 тысяч крышек. В принципе, как только вся база будет прокачана, да, вот смысла уже вот играть не будет, да? Если только удалять все постройки и строить на их месте, ну я не знаю, заводы по ядерколе. Да, все, потому что смысла больше не будет. Так, у нас что-то это... Хлама слишком много. Так, давайте продадим 3 клея. Не, реально хлама, смотрите, как много. А, что это за пробел сейчас был? Медведи 33 штуки. Давайте до 25 уменьшим. Так, здесь у нас до 20. Блин, надо сейчас уже до 15 уменьшать, что ли. Изолента, блин. Слушайте, у нас реально ресурсы растут и растут. Надо еще один склад строить. Или два маленьких. Да, лучше два маленьких построим сейчас. Чтобы не так сильно париться. Электроэнергия, конечно, пригодится этим двум складам, но не так много. И у нас хотя бы не будет проблем, вот не придется ресурсы удалять. Так, что у нас дальше? Дальше у нас множители. Так, пойдемте на следующее задание. Награда мясник. Убейте мясника. А, это того самого, который нам задание дал на поиск яиц. Да, точно. Так, у нас здесь лазерка, пулемет и вот эта красная, классная пушка. Так, ну удачи, если вернетесь, награда ваша. А если нет, да ладно, все будет нормально. Приятно было с вами познакомиться. Я вообще ничего не понял. Вот, плазмомет, точно. Огнемет, стимуляторы, сразу прям клей. Так, давайте посмотрим, что за огнемет. 15-18, ну нет. 15-18 фигня по сравнению с 17-18. Я думаю, мясник наверху. О, рад таракашки. Смотрите, а рад таракашки крутые. Но мы тоже не лыком шиты, да? Так, у нас здесь вот антирадинчик, чертеж темы, и кто-то апнул себе уровень. Малыш Бенджамин, вроде, да? 50. Нет, тебя зовут Деннис. Качаем сразу Денниса, потому что смысла нету ждать с этим. Так, антирадин и... Опа-па, топовый хлам. Топчик хлам, супер. Топовый хлам это супер, всегда было супер, есть и будет. Часы вроде с... О, коготь смерти. Часы для оружия. Смотрите, как мало урона мы отняли у него втроем. А он нам много сносит. Это все потому, что он единственный этот персонаж в комнате, который на нас нападает. Поэтому у него и так много урона, и так много здоровья. Будь их трое, урон бы распределился по всем троим. А так как он один... Урон идет чисто вот... здоровье, урон идет чисто все вот к одному противнику. Так, колба. Супер. Так, чертеж темы. Замечательно. Ну, тут второй, нижний этаж не такой уж и большой. Смотрите, три гуля. Жаль, поболтать не получилось, да? Так, начнем вот с этого. Сначала вот этот гуль, а потом остальные. Да, кстати, в легендарном оружии у нас есть лазерный пистолет. Какой-то инопланетян, что-то вот вроде этого. Такая, кстати, пушечка, классно выглядящая. Похожая на пистолеты Стартрека. Ну или каких-нибудь старых-старых-старых космических баталий. Я его покажу, когда у нас управляемый толстяк докрафтится.
Офигеть! Зараженный пуль. Стоп, множитель урона. Трехкратный. Так, стоп, надо вот этого быстрее. А, слава богу. Пятикратный. Убьем еще двоих гулей. Пофиг, сколько нам придется потратить, но надо было это побыстрее сделать, потому что нам надо с гулями с этими разобраться, с двумя. Побыстрее желательно. Потому что они мне надоели. А их пятеро было. Так, здесь у нас куртка, крышки, чертеж оружия и ядер кола. Так, что там за куртка-то хоть посмотрим. Давайте, костюм стиляги. Харизма 2, ловкость 2 и удача 1. Ну, такое себе. Опа! Ёперный театр. Вот не сейчас, не там я использовал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не там я использовал множители урона. Вообще не там. Ну ладно, этого не сильно атакуют. Так, вот, это вот кому нужны стимуляторы. Но мы его выносим, хорошо. Блин, второй альфа за одну игру, блин. Смотрите, он почти на голову выше нас. Давай, добивай его, добивай. Ну, наконец-то добили. Так, и этого мы сейчас вот так попробуем добить. Пятикратный урон. Почти готов. Смотрите, он его даже пятикратным уроном не снесло. Это же насколько он крут. Мы что, выполнили задание? Это вот это был мясник, что ли? Военная электросхема и шкура Йогая. Супер. Нет, реально супер. А это только... А я думал, мясник это человек. А, так мясник это, блин. Ну ладно, это не разочарование, да, это... Хотя, если бы это был какой-то рейдер, я думаю, было бы полегче. А так как мясником оказался коготь смерти гигантских размеров, это немножко затруднило ситуацию. Так, кто у нас здесь? Здесь у нас никого. Потому что если бы кто-нибудь был, они бы уже появились. Так, глобус и фрагмент чертежа темы. Так, здесь гули. Ну, это не страшно. Начнем прям сразу с первого. Пятикратным уроном. Да, с гулями пятикратный урон, кстати, работает. Но мы этот мы не будем использовать, потому что у нас еще полтора этажа. И я честно не знаю, что там сейчас будет. Так. Легендарная броня и костюм рейдера. Какой-то топовый, и это замечательно, потому что нам как раз для задания нужны костюм рейдеров, желательно топчиковые. Так, трехкратный урон. Гуля сразу одного. Сносим сразу одного гуля. Плюс вот этой бабы, то что с пулемета она сначала стреляет в одного, а потом начинает стрелять другого резко. Так, здесь у нас револьвер 32-го калибра. Два антирадина и больше ничего. Жаль. Не, ну вот, нам бы сейчас три пулемета, да, или три управляемых толстяка. Хотя бы два управляемых толстяка и один пулемет. Вот тогда будет супер. Нет, реально будет супер в плане того, что мы прям выносить их на раз-два будем. Так, еще один нож для урона. Но пока что не будем его пользоваться, потому что он нам не нужен. Так, крышки. Что у нас дальше? Кто здесь? О, рад таракан, это не серьезно. Почти второго даже убили. Так, шкура Йогая. Супер, супер, хорошо идем. Так, мы здесь ничего не пропустили? Вроде нет. Так, пусто. О, костюмчик этих, как там у них, зараженных, или как-то он так называется. О, гули, супер. Множитель урона. Пятикратный. Так, осталось всего два гуля. Это несложно. Два гули это так себе, даже не серьезно. Потому что уже остался один гули. Мы множитель урона на него не используем, жалко. Ой, почти. Жаль, жаль, жаль. Почти использовали. Так. Бронька какая-то голимая. Так. Фрагмент
Набор алхимиков, военная электросхема, шкура Йогая, 12843 крышки и одна ядер кола. В принципе, супер. Уже 12 тысяч задания, да, в котором было написано всего 2. Да, вроде там 2000 было написано. И мы можем, кстати, за одну ядер колу, которую они нам и принесут, ускорить. Все, так. Да хватит уже показывать, что у нас места нету. Так, 12 ядер кол у нас, здесь 6, здесь 4, а здесь 1. Давайте подтвердим, потому что здесь легендарное оружие, пушка и куча топового хлама. Так, собираем. О, открыто достижение, легенда пустоши, силовая броня Т-51, усиленный боевой дробовик. У нас уже есть такой. Так, столовая института. Столовая, жилая комната братства стали. Столовая подземка. А что, мы походу все легендарные пушки что ли собрали? Да не, вряд ли. А за что нам тогда достижения это дали? А, наверное, за выполненные задания. Блин, таинственный незнакомец где-то появился. Вот он. 130 крышек. Так, давайте пока отправим вот этих сюда. Так, а девчонку надо отправить вообще на выносливость. И забыть про нее на какой-то промежуток времени. Так, а где выносливость у нас? Комната. А, вот она. Так, там он прокачался. Блин, кто там? Когти смерти. Стой, стой, стой. Вернись, вернись, вернись. Вернись, вернись. Так, есть здесь кто-нибудь крутой? Ты? Давай сюда. Так, у тебя что? Ну, в принципе, у тебя так более-менее статы. И 2, 4, 6 в эту комнату. Так, я передумал, иди на склад. Так, что у нас здесь? А, серьезно? Так, тут наших прям прессуют конкретно. Конкретно прессанули. Но у нас деваха с пулеметом здесь. Так, давайте пока что подлечим всех. Я что-то стрельбы не слышал. Совсем не слышал стрельбы. Ну да ладно. Два когтя смерти всего лишь. Один готов сразу. Второго потом мгновенно добили. Супер. Так, подлечим всех. И заберем все, что у нас тут есть. Так, она, надеюсь, сейчас убегает. Да, она убегает сразу. Замечательно. Супер, реально. Так, что у нас тут? Тут у нас вот это продаем. Так, и кому-то надо дать огнемет. Кому-то надо дать, во-первых, броню. На силу. У нас ее нету. Рейдерская броня. Так, вот, сила 3, а 2. Хотя бы, пока что. Так, что у нас тут по оружию? 7-8? Ну, это не оружие, да. Это не оружие. Давай, держи огнемет. А мы эту фигню сейчас разберем. Фотокамера. Супер. Так, пока что не пишут, что склад переполнен. Это хорошо. Так, что... так, а вот этих ребят надо бы двоих отправить на какое-нибудь задание. У нас, в принципе, есть задания, да, на которых они бы могли себя проявить. Например, вот это. Чудо с водой. Давайте отправим этих ребят. Кто у нас, кстати, здесь? Здесь у нас Деннис и Джонни Стоун. Давайте их отправим на чудо с водой. Дженнис. Так, они у нас в самом низу, как обычно, да? Лу, Джонни Стоун. Да ё-моё, блин, что за дела-то? Деннис и кого-то еще надо отправить. Давайте Лу отправим. В принципе, че бы и нет, а, да? Они, ребята, у нас крутые. Думаю, справятся быстро. Антиродинчика, стимуляторов им дадим. Так, посмотрим, есть у нас броня крутая. Брони крутой у нас для этого парня нету. Все, задание начинаем. Чудо с водой. Все, пусть ребятки там занимаются. А пока что они отправятся, мы вскроем ланчбокс. Так, что у нас здесь? Стимулятор. Военная электросхема, замечательно. Так,
бронебойная пневматическая винтовка. Так себе. 100 крышек. И последняя карточка. Усиленная штурмовая винтовка. Усиленная штурмовая винтовка. Ну, сказать, что это шлак, это ничего не сказать. Бутылка и мистер Крышка пришли, кстати. Ладно, пусть они пока что заходят. Мы посмотрим, что тут есть у наших ребят. Быстренько. Слушайте, я вот не понимаю, что-то как-то вот... То ли у всех уже более-менее нормальное оружие, да? То ли... Я... Нет, я реально не догоняю. Откуда у них вот столько пушек? Мы же не могли раздать столько хорошего оружия. Да, вот, дробовик. Вот тут вот дробовик есть. Давайте вместо дробовика дадим вот это. Так, а тут вот мы сейчас вот это все это продаем, а это разбираем. Так. Все. Бутылка и мистер Крышка пусть пока гуляют. Если что, если успеем, то половим их. Так, и давайте мистера помощника призовем себе. Так, он должен сейчас вот приехать. И мы отправим его на первый этаж. Так, вот тут он выплясывает уже вовсю. Да, мистера помощника на первый этаж, потому что когда на нас нападают рейдеры, когти смерти и все остальные, он будет нам очень сильно помогать. Хотя... Нет, пожалуй, давайте вот сюда. Еда, вода, электроснабжение там, да? Нет, тут только еда и вода. Но лучше мы его туда пока на второй этаж отправим. Да? Нет, на третий. Пусть он там пока что помогает. Потому что его помощь будет незаменима. Нам меньше придется собирать. У нас уже 3 робота-помощника. Мистера помощника. Это вообще супер. Еще чуть-чуть и... Ну, конечно, всего тут можно... Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 роботов-помощников. И все. 25 этажей на каждый этаж по роботу-помощнику. Так, 4 ядер колы. Кстати, 4 ядер колы. 6, 4 ядер колы. Куча оружия. Ну, хотя ладно, пусть они сами превращаются. У нас опять 49 тысяч. Опять 49 тысяч. И что же нам дальше делать? Так, мы прокачаем все, что можно. Вот что мы сейчас сделаем. Мы прокачаем все, что можно. Так, здесь все нормально. Здесь нормально. Так, тут супер. Тут супер. Блин, будем прокачивать. Хоть что-то сможем вообще прокачать-то? А, да, вот. 6750. Бар. А я и не заметил, что бар у нас не прокачан. То есть харизма у нас не прокачана. Ой, удача, точнее, на максимум. Еще не прокачана. Тренажерка. Супер. Они теперь качаться быстрее будут. А статы ведь не Стоп, отмена. Статы ведь не обнулились, нет? Надеюсь, что нет. Так, тут все. Так, здесь. Комната с интеллектом прокачана. С убежищем тоже прокачана. Да ладно. У нас серьезно столько непрокачанных комнат? Хорошо, что по 6750. Так, смотрите-ка. Это комната на восприятие. Оружейный центр. Да, теперь оружейный центр серьезно круто выглядит. Так, столовка. Столовка прокачана. И комната на силу. Да ладно, и комната на силу не была прокачана. Так, бутылка и мистер Крышка уходят. Ну реально, столько непрокачанных комнат. Смотрите, офигеть. 39 минут. Так, тебе, я не знаю, сколько тренить. Да стоп, 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 стоп. Где-то здесь, вот он. 315 крышек принес нам. Супер. Под конец серии это замечательно. Нет, ну смотрите, реально. Я думал, что у меня все прокачано, а оказалось таки нет. Так, что у нас, кстати, здесь? Здесь все прокачано. И здесь тоже все прокачано. Так, мы накопим себе. Давайте сейчас, может, даже у нас хватит. Столовая. Вот, склад. Мы построим себе 2 склада.
все. Энергия, конечно, нам теперь больше нужна. Но это все нормально. Мы здесь построим еще одну ядерную электростанцию. Вот тут внизу. Так, эти склады потом надо будет улучшить. Так, что у нас теперь? 480. Замечательно. Так, вот это мы продаем. А, костюмы борца и костюм... Рейдерская броня, я думаю, одинаковые, да? В принципе, я надеюсь, что и так. Мало места на складе, это странно. Мы только что склад прокачали. Ну да ладно, оставим пока что это на следующую серию. В следующей серии мы, само собой, продолжим выполнять задания, прокачивать убежище, прокачивать наших жителей в плане тренажерных залов и оружия. А сейчас мы на этом пока что закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Форест. Всем пока!